Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Перворазрядница Алена Макарова на гимнастическом ковре, как у себя дома. С обручем, скакалкой, мячом, лентой и булавами справляется лучше, чем со сковородками и кастрюлями на кухне. За 6 лет тренировок и выступлений сумела стать чемпионкой Самарской области. Все дело в том, что Алена любит рисковать, всегда делает сложную программу, в награду получает золотые медали. У меня все получилось, все хорошо очень. И я... у меня есть соперницы тоже две. У них была старая программа попроще. Юные самарские гимнастки регулярно побеждают на соревнованиях разного уровня, от городских до всероссийских. И только единицам удается пробиться в большой спорт. Восходящая звезда самарской художественной гимнастики Ксения Полякова сегодня тренируется в сборной страны. Очень редко, когда сочетается в ребенке абсолютно все. Трудолюбие, яркий талант и абсолютное желание ребенка, родителей. И когда все это совпадает еще и с тренерскими желаниями. В данном случае это случилось. В гимнастику девочек приводят в 4-6 лет, и только через десятилетие из малышек воспитывают чемпионок. В этом году 18 выпускников спортивной школы Олимпийского резерва стали мастерами спорта, и 15 кандидатами получили аттестат спортивного образования и серебряные медалистки первенства страны в групповых упражнениях. Это огромный успех, считает Вздюшор. Уровень гимнасток достаточно высокий. И об этом говорят не только эти соревнования, но и также то, что члены сборной области на 90% состоят из гимнасток специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 5. А те, кому до спортивного аттестата зрелости еще далеко, а это 350 гимнасток, сдавали спортивные зачеты на городском турнире. На ковер вышли девушки от 12 лет и младше. Достойные поднялись на пьедестал почета. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.